Саламчик, ребзики, вот тут появился вариант, 15-е графитовые торусы, думаю накинуть вместо своих стоковых в своем серебристом цвете. Здесь вот такая вот окантовочка на спицах, ну и внутрянка в сером цвете и центральная заглушка. Сейчас накину и буду выбирать, какие оставить, либо эти, либо эти. Так что давайте, ребят, помогите мне с выбором. Снял пластиковый колпачок. Тряпочкой аккуратно, чтобы нигде не зацарапать, а? Все в идеале, внутри-то какая чистота, колесные болты-то, а? А? Какой подход. Ну, обычно мне встречаются торсы в таком состоянии, ну, само собой, это не мытое, но тут всегда вот грязище, вот такие вот коцики, царапки, царапки, вот-вот, к примеру, это еще лучшее колесо по состоянию. Пока что накинул одно колесо, ну, что-то немножко по мне не то. Темновато смотрится. Да, серый, конечно, на фоне отличается. Ну тут, да, дело вкуса. Ну, в общем, я накинул графитовые торсы. Что-то машина как-то меньше выделяться стала, я смотрю. Серые торсы больше вида давали. Эти потемнее, как-то мрачно смотрится. Грустновато. Не, оставлю все-таки. Думаю, вот эти вот. Что-то мне больше серые зашли, чем графитовые. Только помоги мне выбрать, какой цвет тебе по душе. Вот спереди колесо стоит, смотри, или сзади которое. Какой бы ты выбрал? Какой комплект поставить? Серый или графитовый? Нет, не серый, все равно. А? Графитовый это который потемнее. Вот, тебе вот эти нравятся? А серый не нравится, да? Смотри, серая сзади стоит. Серая не подходит, думаешь? Серая не подходит? Вот, видите, у каждого, как говорится, свой выбор. Ну, свой, это вкус. Да, свой вкус.